Всем привет! Мы начинаем новый влог. Сегодня у нас 2 июля, пятница. И мы сейчас... Лёша пришёл с работы. Привет. И мы сейчас собрались поехать на дачу. Я вообще уже заговариваюсь. На дачу к нашему другу, к Мише. Он приехал с Крыма. Хотим узнать, как он там отдыхал, какая была погода. Ну, Лёша, наверное, про платки будет спрашивать там. Ну, и так пообщаться просто. А вот. Тут у меня в углу банки стоят в коробке. Я обычно банки вношу к подъезду. А вот. И люди, кому нужны, их забирают. Вот здесь у меня банки. И еще на кухне, на морозильной камере, вот у меня банки. Вот, но меня мужчина ВКонтакте попросил не отдавать банки, а отдать ему. Но он, правда, больше месяца назад мне писал об этом. Я ему написала, что мы на тот момент только вынесли возле подъезда банки, поэтому мне нечего ему было дать. А сейчас у нас вот подскопились банки, и как бы жду от него сообщения, возьмет он их или нет. Вот, сейчас мы пойдем в магазин, закупимся для шашлычка и потом к Мишке на дачу. Так что поедемте. И я вам сейчас еще по дороге расскажу еще одну историю. Ладно, поедемте, а то никак из дома не выйду. Нам сегодня поменяли машину. Мы сейчас поедем вот на этом белом Ларгусе. А поменяли нам машину, потому что Лёша, делая сегодня первый заказ, попал в аварию. Он вез клиентку. Ой, сейчас сяду в машину, расскажу. В общем, сегодня Лёша, делая первый заказ, вез женщину на завод. И, значит, на дороге ему надо было повернуть налево. Он включил поворот и начал поворачивать налево. А сзади идущая машина пошла на обгон и снесла морду нашей машине, но и своей тоже. И это все случилось на первом заказе. Соответственно, потом Леша вызывал хозяина машины, пока тот приехал. Потом они поехали в страховую, пока там решали вопросы. Потом он поехал в контору, в которой машина зарегистрирована, чтобы мы поменяли на другую машину. В общем, день потерян. Ничего Леша не заработал сегодня. Да еще и машину разбил. Но Лешины вины в этом нет, потому что он поворачивал налево, а человек пошел на обгон. Вот, но все равно мало приятного. Так что у нас сейчас Лада Ларгус. Но она семиместная, с кондиционером. Но мы к своей уже старушке привыкли. Не знаю, насколько нам дали эту машину. На тех же условиях, да? На тех же условиях, что и Логан. Но пока будет Логан находиться в ремонте, мы будем ездить на Ларгусе. Так что вот такие вот у нас дела. Кстати, сейчас отписался мужчина ВКонтакте по поводу моих банок. Мне совершенно негде их хранить. Полпенала занимают. И банки такие. В основном по 0,5, по 0,6, по 0,7. Одна, по-моему, трехлитровая. А вот. Ну, сказал, да, и такие заберет. Причем, оказывается, он совсем недалеко от нас живет. Так что заберет сам. Причем заберет.
хотя я их сама уже рада вынести куда-нибудь, потому что они полпенала занимают. Ну, я так собираю 10-15 банок и обычно возле подъезда ставлю. Да их в течение 5 минут забирают, не знаю зачем. А вот, они такие с закручивающимися крышками. Вот, поэтому очень хорошо. И пенал освободила, и мужчина сам заберет. Вот, закупиться мы закупились в магазине. И встретила своего дядьку родного. Давно его не видела. Все как-то некогда встречаться, по гостям ходить. Вот, тоже так немножко поговорили. Он тоже в такси работает, так же, как и Лёша. Вот. Так что вот так. А вчера вечером мы, значит, после речки заезжали в магазин в Красное и Белое. И вы не представляете, это волшебный магазин оказался. Мы там сразу встретили и одного знакомого. Трех, короче, знакомых. Сразу, одновременно причем. Трех знакомых встретили, не знаешь, с кем разговаривать, охота со всеми с тремя пообщаться. А вот, ну, первые два, наверное, спешили, так, привет, пару слов обронили, а с третьим уже долго разговаривали. Он у нас раньше водителем работал, когда у нас свои машины в такси были, и он у нас водителем работал. Хороший парень. Вот. Ну и вообще хочу вам сказать, что в моей жизни плохие люди не встречаются. А в моей жизни все хорошие. Так вот мне повезло. Не было в моей жизни плохих людей. А вот. Так что волшебный оказался магазин. Мы домой приехали, дочке рассказываем. Говорим, представляешь, в магазин зашли, а там сразу три знакомых. Волшебный какой-то магазин. Вот. Ну, сейчас едем Михону поговорим, как он там съездил, потому что тогда, когда он был, там, конечно, были очень сильные дожди, и фотки в интернете были ужасающиеся. Вот, и холодно было, и штормило. Ну, не знаю, сейчас из первых уст узнаем. Приехали мы к Мише на дачу. Вот тут у него домик. Здесь мы расположились, здесь мангал, тут лавочка, подсобный столик, тут сарайчик у него, там это туалет, а там сарайчик и душ. Вот тут цветочки, сейчас я вам покажу, красиво у них, красивая дача. У них газонокосилка, они все время травку косят. Такие клумбочки. Вот эти цветочки весной мы приезжали, они цвели мелкими-мелкими цветочками. А сейчас что-то не цветут. Ты не захотел мне канистру? А, канистра в нашей машине-то осталась. Ты мне ведро принес. Угу. Ну ладно. Ну, это, Леш, вон возьми нож. Давай пионы посрежем. Их же надо срезать. Зачем? Пионы? Да. Срезать надо. Нет? Спроси у Ирины Афанасьевны. Мне кажется, срезать надо. Ну ты же ведро мне принес. Или тебе еще зачем-то? Это вот беседка, мы обычно в ней сидели. Но сегодня жарко, душно, чем мы будем в беседке сидеть. Я вам сейчас покажу, что там внутри беседки. Вот такая вот беседка. Миша говорит, нас ждал. Тут столы протер, полы намыл. Пылесосил даже. Даже пылесосил.
Ну, мы решили на улице сидеть, чтобы не топтать. Лазить туда-сюда. Это вот такой вот домик у них. Пойдемте посмотрим, какие у них тут деревца. Я, кстати, вам уже неоднократно показывала Мишину дачу. Много уже цветов осыпались, отцвели. Сирень уже отцвела. Все отцвело. И сейчас вам хвост вон. Сейчас я вам покажу, как они деревца стригут. Лилии будут очень красивые, смотрите. Прям головки большие. О, сейчас попробую пройти. Ой, 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 ой. Тут у них теплица еще. Подальше от этого клубничка у них. Ягодки есть, я вижу, красненькие. Щавель. Цветочки, малина. Но они мало сажают. Они всегда мало сажали. Вот такой вот у них домик. И видите, как красиво они деревца подстригают. Видите, как красиво. Какой? Крупный? Посмотрите, мы уголь купили сегодня. Вы видите в нем какой-то старый мешок, перчатки? Еще мешок один. Представляете? Ну а что, может быть, пока Миши нет, может, ему позвонить, чтобы он купил? Хватит, да? Помидорчики висят. Пойдем посмотрим, что в теплице у них. По-моему, они в этом году не собирались теплицу сажать. А, нет, чуть-чуть посадили. Чуть-чуть посадили. Видите, не травинки. Молодцы. Я люблю, когда люди, если занимаются огородом, то занимаются. Чтобы не было все в зарослях. Посмотрите, вот тут вот в зарослях травы растет у меня одуван. Или какой-нибудь ромашка. И думаешь, где хоть там эта ромашка? В зарослях травы. У них вся травка покошена, видите? Грядочки все чистые. Я очень так люблю. Листья у этого растения, посмотрите, аж блестят вообще. Красота. Вот такой вот у них красивый участок. Ухоженный. Здесь, конечно, ничего лишнего нет, ни качелек, ни гамака, ничего лишнего нет, но зато все ухожено, чистенько, аккуратненько. Смородинка растет. Вокруг деревца растут цветочки. Вот такая красота. Ладно, пойду на стол накрывать. Еще грибы мариновать надо. Oh, no.
Все, наш стол готов. Грибочки мы пожарили на общую тарелочку. Не знаю, кому сколько накладывать. Мясо тоже всем порционально наложили. И лаваш всем порционально наложили. Все. Горячий еще грибочек. Вот такая у нас вкуснота. Всем приятного аппетита, кто будет вместе с нами кушать. И нам приятного аппетита. Дали воду. И Ирина Афанасьевна тут все поливает. Правда, воду должны были 2 часа назад еще дать. А вот, но дали только сейчас. И вот Ирина Афанасьевна поливает все свои цветочки, деревца, кустики. Всех купает. Смотри, тебя искупает. Да и ладно. А? Ну и ладно, польет. 30 градусов, она жара высохнет. Надо налить бочку и ведро. Паша, ну мы ей сейчас нальем, а то у меня плохой напор. А поливать ей ничего не надо? Нет, она полила все из ведра и просела пока. Я бы полила. Она сказала, не надо, я все поливаю, злейки. Да мне кажется, злейки хорошо не польешь, правда? Нет. Что там скудненько? Ну, она, Настя, просто колдунья. Точно пойдет ночью дождь точно. Ну, у Лены моей упало давление. У нее обычно вот такое бывает перед сменой погоды. Тиктокеры мои репетируют. Я уже дома. Нас разогнал дождик с дачи. Так что... мы приехали домой, ну и хотя время-то уже 10 часов вечера, и поэтому я хочу закончить сегодняшний наш влог. Хочу поблагодарить вас всех за то, что вы меня смотрите, за то, что пишете комментарии, ставите лайки. Большое вам спасибо. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем спасибо и пока-пока!